Оль, у тебя стрим открыт мой? Ты видишь меня? Просто тут такая ситуация интересная, блядь, загадочная произошла. Помнишь, ты хотела сюрприз, Оль? У меня есть тебе небольшой сюрприз. А как ты думаешь? Ты точно не знаешь? Ну, есть сюрприз. Ты точно меня видишь? Знаешь, что я хочу сделать? Я, Оль, хочу... Это будет неожиданно даже для меня самого. Сделать тебе предложение. Выйдешь за меня, Оль? Ты что, серьезно? Абсолютно серьезно. Абсолютно. Конечно. Без шуток. Знаешь, сколько оно стоит, ебать, это колечко ебаное? Да, конечно, да. Колечко. Она согласна, ребят. Едем. Так, сходи в пару на джип, качай все и оставь ДБК. Сейчас, отец. Ребят, заранее со... Здесь же нету отличной системы сбора пати. Надо как долбоёб писать. Соберу пати в пизду. Нужно, блять, один ДД, два танка и 30 долбоёбов еще в очереди. И разъебал эту игру. Пизду, прыгаю нахуй с ней вниз. Прыгаю, блядь, всё. Нахуй эту игру. Прыгаю вниз, нахуй. Прыгаю нахуй вниз. Живой остался. Вот. Нахуя делать такую сложную игру, блядь? Зачем мне писать что-то в чат? Есть инфа, блядь? Нахуй мне писать в чат? Как же это неудобно. Я как будто не знаю, блядь. Это как будто, вот смотрите, дали мне игру StarCraft 2. Вот дали мне StarCraft 2. И говорят, ну прости, но тут управлять можно по одному персонажу, как в Дюне. И ты такой, reporting, technology. И едешь, блядь. Тупо, блядь. И у тебя 200 нахуй юнитов, 200. А ты по одному можешь только отправлять. А водки нету никакой. Reporting, technology. Тэм-тэм. 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 В Героях 5 был такой юнит, как Титан. Титан. Он стоял абсолютно голый. Абсолютно. Он стоял, вот, он стоит абсолютно голый, да? Он стоит вот просто, вот, нет, он стоит пиздато, как, вот так вот, да? Пиздато вот так вот стоит на поле боя. Пиздато. У него нет оружия, да? И знаешь, как он бил в 5-м? В 5-м он делал вот так. И дальше пиздато стоял. Так вот, и я так думаю, что это единственный выход из ситуации сейчас. Пиздато стоять и бить ногой, блядь. Больше мне делать нахуй нечего в этой игре. Фу, ебать, не показал, что здесь ритейл, а это, блядь, не ритейл. Я уж подумал нормально. Блядь, ребят! Успели я на дирижабль! Господи! Прыжок воина-то отсутствует! Вот, получается, типа, зачем мне смотреть? О, ребята! Ребята! Фу, блядь! Кодой чуть не пролез и чуть не опоздал на лифт. Так, охуенно. Часовня последней надежды. Блядь, Вы находитесь на средстве передвижения, необходимо спешиться. Необходимо этой игре добавить несколько автоматических функций в эту ебаную игру. Немножечко, блядь, автоматический функций. Вы не можете ехать, потому что надо спешиться. Блять. Что-то пахнет, думает, это ноги. Как бы так. Воды попил, ебанулся. Ах ты! Сюда иди. Говно ебаное. Ля. На кого напал? Турена? Рукой его. Лежать! Бывает. Блять, Артём! Еще нашел. А почему сразу? А!
Потому что я не могу, не лутаются все мобы АОЕ вокруг. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог нет АОЕ лута, потому что ты долбоёб. Суждаем максимально, быдло, гля. Сори, парян, это пати ущербная. Блядь. 10 тысяч опыта прокачал. 10 тысяч опыта, ну так, на верочку, да? Это я убить 12 огров. 12 огров, которые я АФК бы убивал, блядь, в одном месте, это быстрее. Блядь, поэтому я... У меня че... Ребят! Еще, блядь! Door, the claw! Boy next door! Со мной, ребят, что случился? Boy next door, как бы. Boy next door! Блядь, это русская песня. Ребят. Я тебя, ты меня, нихуя. Мы давно, нихуя. Давай побыстрее убивай его, а то два, когда меня бьют, вообще неприятно. Давай. Это кто, блядь? Господи, боже мой! Какой-то, блядь, экстрамоб. Ёбаный. Так, фернул их, убегаю. Фернул, убегаю. Ты, нахуй ты его ударь! Убивай его, ря! Ля-бля-ля! Сбил каст! Ля-бля-ля! Давай! На, нахуй, так! Иди сюда, блядь. Ну а нахуй. Так. Нет, не критуй меня. Не бей меня, блядь. Не смей критовать. Не смей. Не критуй. Да. Лежать. Я хуею, блядь. Интересно. А вот это приятно. Это интеллект баф. Ну все, пиздец. У, блядь, нахуя я играю в эту игру. У, блядь, подожди. У, блядь, все. Отличная классика. Отличный аддон. Фу, блядь, ты зачем меня бафнул на интеллект? Ты долбоёб, что ли? Я сейчас чуть, блядь, в ритейл не начал играть. На роге в актуал поиграй, кто пока обожмёшься. На сабе. Да нахуя мне играть в актуал? Актуал — это хуйня для казуалов. Такие дела. Ритейл для долбоёбов. Вот. Вот это классика топ. Не то, что ваша хуйня для казуалов, блядь. Вот. Тупо конвейер долбоёбов. Тупо конвейер долбоёбов. Летим, блядь. Сейчас я тоже полечу. Все! За мной! За мной! За Альянс! Полетели. За донесение. Вы понимали, да? Включил классику. Мне на стрим зашло несколько человек, которые написали, что типа: вырубай, эта игра не для тебя. Вот. Вот, такие, знаешь, вот это вот, типа, блять, которые сидели, блять, от старта, блять, очередей до, блять, ебаных накскромасов. Там фул, блять, накскромас одетый сидит, нахуй, и пишет мне своими латными одетыми, похожими на когти перчатками с кельтузада, сидит, блять, мне печатает: эта игра не для тебя, сынок ебаный, блять. Вырубает. Не то, что в твоем ритейле, блядь, рейд проходится с часа 3, а то и все 8, если только он вышел обычным пати, да? Это не то, что у нас накскромас за 40 минут, блядь. А почему думаешь за 40 минут? Потому что мы профессиональные игроки. Только про играет в классику, а ты уходи нахуй, блядь. С этого нахуй, блядь. Блядь, ну короче, я объясню, почему мне не нравится БК. Потому что я не могу играть со зрителями. Все, точка. Почему мне не нравится БК? Не могу играть со зрителями. Простой ответ, простой вопрос. Я не могу играть со зрителями. Все. Почему? Потому что нет кросс-сервера. Потому что, опять же таки, БК и классика, это в нее никто, блядь, не играет. Да? Вот ее в нее никто, блядь, не играет. Вот, никто. Никто из моей аудитории. Что было бы, если бы выходит вот ванила, выходит БК, и просто в этой же ваниле, в этом БК, все то же самое, но еще есть ключи. Еще есть ключи. И, возможно, добавлена какая-то система, которая позволяла бы улучшать персонажа даже сверх нормы, скажем так. И просто добавлены ключи, да? Ключи, в которых там шмотки, еще что-то. Просто представьте себе. И сложности подземелий рейдовых усилены до эпохального качества. Понимаете?
и есть кросс-сервинг, и нормальный поиск пати. И в итоге мы получаем что? Реконструкцию ванилы и Burning Crusade. При этом все основные механики сохранены, но на лейт-гейме, когда начинается тот самый процесс, когда нехуй делать, когда ты уже все прошел, и тебе нехуй делать, тут выступают «Здравствуйте, мы ключи», «Здравствуйте, а мы ключи», «Здравствуйте, а мы мифическая сложность рейда». И тут начинается что-то новенькое. Вдумайтесь, да? Да это же, блядь, идеальное решение. Ну это же, блядь, идеальное. Это же, вот, понимаешь, это сразу люди с ритейла подтянулись бы туда. Как они не могут понять? Вот мне кажется, этот Burning Crusade даст своим, им просраться, чтобы понять это. Потому что это же очевидно. Ну я очень тупой или что? Неужели это вот, я не знаю, я думаю, что было бы минимум нытиков на эту тему. Неужели они не поняли, что... Неужели я что-то не знаю? Да мне кажется, это же было очевидно. Куча людей стартовали на ваниле, поняли, что это ванильное говно, блядь. Говно, как бы, да, со вкусом ванили, пиздец. И такие, понимаю, и перестали играть. А неужели не видели количество людей, какое перестало играть? Вот, неужели не видели этого? Которые запустили игру и закончили свою игру на 10, 15, 20 уровне, условно. И закончили в нее играть тут же. Неужели у них нет, у них есть статистика? Какой кошмар, вот какой кошмар. Ну, БК, он интересный. Мне нравится, в любом случае. Мне нравится БК, то есть. Мне понравился, потому что, ну, приятные ощущения, ностальгия, приятные квестики, нахлынули какие-то психологические эмоциональные воспоминания, да? Я почти 62 уровень. Играть дальше мне бы хотелось, но, опять же, а что дальше? Где пати найти, чтобы играть с кем-то? Ну, докачаюсь я вот до 70-го левела, дальше что? Я должен самостоятельно, без какой-либо поддержки аудитории, искать рейды, искать пати в героик. И что это будет? Это не то, что я хочу видеть от своего стрима. Что делают другие компании, когда делают ремейки, когда делают ремастеры? Сглаживают углы, улучшают графику, вставляют новые технологии освещения RTX-а. Пытаются сделать игру, пытаются поправить немножко баланс, пытаются сделать, возможно, вообще полностью переосмыслить игру и сделать ее на новом движке, с новыми механиками, да, переосмыслить и сделать ее в 1000 раз лучше, как это было в случае Resident Evil 2, например, да. Что делает Blizzard? Ну, короче, смотри, типа, вот, как бы, ну, смотри, рассказывай, смотри, буквально вот расскажу тебе. Вот смотри, как бы, вот это лицо, типа, Турена, да? Вот это, типа, высокополигональное, там, типа, красивые ноздри, красивая борода, вот, красивый сет, вот. Это, ну, это, согласитесь, нахуй никому не надо, да, то есть. А зачем это людям, да, согласитесь, это нахуй никому не надо, да? Я считаю, что это, ну, не то, что ждут люди от игры, в которую играли 15 лет назад. Вот, если они хотят зайти и видеть все так, как было буквально до этого, то есть, ну вот, этот, как будто бы, блядь, хуёвые модели, блядь, как будто бы, блядь, вот, ну, как будто я просто вот запустил игру из Dendy на полный экран на своем 2К мониторе, и у меня вот немножко как будто бы вот пиксели, они как будто бы вот, вот, ну, немножечко, ну, типа не совпали, и вот это вот какая-то вот, блядь, ну, вот, блядь, ну, нам лучше знать вообще, типа, скорее купи, в смысле, купи клонирование персонажа, игра еще и вот это вот. Такие дела. Если бы у нас была возможность во время недели в путешествие времени сходить не просто, где нас отскалируют, и мы будем как будто бы там, а будет ключ, блять, вот, нам вот возьмут, и в рамках определенного, получается, статистического сбора сделают год ключей на неделю в каждый абсолютно аддон. То есть вот мы могли бы сходить в ключ целую неделю. Вот, целую неделю. Тем самым Близзарды могли за год по каждому аддону собрать информацию, насколько людям было интересно сходить в ключи старых дополнений. Вот, понимаете? Почему? И все.
То есть не нытиков слушать, и все. И потом попробовать. Вот и говорите, потому что это все там выключит. Вот мне говорят, потому что это выключит всю суть старого дополнения. Вот всю суть старого дополнения. Понимаете? Выключит всю суть старого дополнения. Так, если вот люди не могут понять, вот, не могут понять простой логики, простой логики, вот, может все выключить? Да не может. Не может. Если из Варкрафта в данной игре, вот сейчас, в данный момент, если из Варкрафта выключить ключи, то это будет абсолютно любой другой World of Warcraft. Это абсолютно ничем не будет отличаться от любого другого World of Warcraft. Просто ты выключаешь ключи, допустим, выключаешь ключи, убираешь локальные задания, которых, допустим, хотя, опять же, не убираешь, потому что там были дейлики. Да, то есть, выключаешь ключи, все, вот тебе обычный Warcraft. Обычное, героическое и вот эпохальное подземелье. У тебя есть нулевое. Вот ты сходи в нулевых подземельях, оденься и отпусти руки. Вот. И отпусти руки. И все. И вот тебе, пожалуйста, твой Burning Crusade, который ты хочешь. Пройди обычку героик, пройди рейды, обычный как бы рейд, да? И все. Там же героического рейда, по-моему, нет, да? Если я не помню. Вот. Пройди рейды, пройди обычку героик, да? А людям, которым интересно играть дальше, они бы могли пойти в мифическую сложность рейда, могли бы пойти в мифическую сложность в ключи Burning Crusade, причем с той же механикой, которая немножечко доработана.